Добрый день! В эфире программа «Потребительская корзина». Сегодня поговорим о том, можно ли прожить на прожиточный минимум. В Российской Федерации правительство понизило уровень прожиточного минимума для населения. Власти мотивировали такое решение тем, что за последнее время в стране увеличилось количество нетрудоспособного населения, которое требует обеспечения. Речь идет прежде всего о детях и пенсионерах, потому и произошло снижение прожиточного минимума. Уровень прожиточного минимума снизился незначительно, всего на 221 рубль. Тем не менее, на фоне продолжающейся инфляции в экономике, даже такой шаг назад является достаточно ощутимым. Довольно показательно, что в России на сегодняшний день проживают порядка 19 миллионов человек, чьи доходы меньше, чем прожиточный минимум. Теперь прожиточный минимум официально составляет 9452 рубля. Однако другая статистика свидетельствует о том, что средний доход россиян за предыдущие месяцы, наоборот, увеличился. Вместе с тем, это свидетельствует и о том, что условная пропасть между богатыми и бедными увеличилась, а общий уровень жизни в стране остается очень низким. Для сравнения, в январе этого года средний доход гражданина России уже с вычетом всех платежей составляет 21 365 рублей, что почти ровно на 3% больше, чем в январе предыдущего года. Однако прирост темпов инфляции в соотношении с темпами роста средних доходов примерно в 3 раза выше. Иными словами, по факту россияне стали жить хуже по сравнению с предыдущим годом. Если говорить о размере прожиточного минимума в среднем по стране, то на душу населения 9452 рубля, для трудового населения 10187 рублей, для пенсионеров 7781 рубль, для детей 9197 рублей. Мы то, что мы едим. Много ходит разговоров о том, как же прожить на прожиточный минимум, реально ли вообще это по представленным в официальной потребительской корзине нормам. Давайте проверим. В начале года мы уже говорили на данную тему, пытались посчитать. Сейчас сравним, насколько изменились цены. Прожиточный минимум в Крыму составляет на начало года 9739 рублей. Исходя из этого, посчитаем, сколько необходимо денег на покупку минимального набора потребительской корзины и совпадает эта цифра с положенной долей в сумме годовой зарплаты или нет. Цены для анализа возьмем росстатовские, а новый среднероссийский прожиточный минимум особого внимания брать не будем до появления официальных цифр для полуострова. Хлебопродукты идут в пересчете на муку, так что возьмем как первичный показатель именно ее. Необходимо в год для трудоспособного населения 126,5 кг, что при цене средней в 25 рублей 52 копейки дает нам результат в 3228 рублей 28 копеек. Картофеля нам необходимо 100 кг 400 граммов в год. При средней цене в 25 рублей 90 копеек за килограмм картофеля мы получим итогово 2600 рублей 36 копеек. По сравнению с прошлыми анализируемыми данными, цена на картофель снизилась. Овощей для трудоспособного населения потребуется 114 кг 600 граммов в год. Посчитаем их как сумму основного борщевого набора – капуста, морковь и лук в равных долях. Получится по 38 кг 200 граммов. При средней стоимости данных товаров мы получаем за овощи в год 2910 рублей 84 копейки. Также суммарная стоимость снизилась. В качестве свежих фруктов возьмем яблоки, которые можно купить в любой сезон, да и распространены они больше всего. В год, согласно законодательным актам, среднестатистическому жителю страны необходимо 60 килограммов. При цене в 73 рубля 78 копеек в среднем мы получим тоже немалые затраты – 4426 рублей 80 копеек. Как и хлебопродукты, кондитерские изделия идут в пересчете на сахар. То есть конфеты, пряники, трубочки, карамельки и тортики для упрощения работы статистов
перевели в килограммы сахара, которого нам необходимо 23 килограмма 800 граммов. Если среднестатистическая его цена 57 рублей 20 копеек, то потратим на сладкое в год мы примерно 1361 рубль 36 копеек. При, казалось бы, не таком значительном повышении всего на чуть более чем 2 рубля ощутимо повысилась общая сумма. Мясопродуктов россиянину в год необходимо 58 килограммов 600 граммов. Возьмем пересчет на мясо, на говядину, как наиболее распространенный сорт. При цене 324 рубля 72 копейки имеем итог в 19 028 рублей 60 копеек. Цена на мясо у нас осталась стабильной. Рыбопродукты также пересчитаем на рыбу мороженую. Итого при норме в 18,5 килограмм и средней цене в 193 рубля 85 копеек получим 3586 рублей 23 копейки. Молокопродукты идут также в пересчете на молоко. Необходимо 290 килограммов в год, едва ли не самый большой показатель. При цене за литр 59 рублей 68 копеек имеем суммарно 17307 рублей 20 копеек в год. Яиц необходимо 210 штук для трудоспособного жителя нашей страны, то есть 21 десяток, что при цене 59 рублей 20 копеек за десяток обойдется 1243 рубля 20 копеек. Ощутимое понижение цены дало и значительное уменьшение итоговой суммы. Масло растительное, маргарин и масло сливочное возьмем также в равных долях, как было с овощами, по 3,6 килограмма при общих 11 килограммах нормы. Итого при пересчете мы получим 2444 рубля 77 копеек на обязательные жиры. Соль, чай, специи посчитаем как 1/4 чая и 3/4 соли, то есть за общую сумму в почти 5 килограммов мы заплатим в итоге 1060 рублей 35 копеек. Всего за минимальный и обязательный продуктовый набор для полноценного функционирования организма мы получим 59197 рублей 99 копеек. Внушительная сумма. В предыдущем подсчете мы получили 58457 рублей 88 копеек. Было на 740 рублей 11 копеек меньше. Годовая сумма по прожиточному минимуму в Крыму равна 116868 рублям. 50% от всей суммы должны составлять продукты. Это 58434 рубля. Разница теперь составляет не 20 с небольшим рублей, а почти 1000. 763 рубля 99 копеек. Отвлекаясь от статистики и заглядывая в реальный мир, давайте посмотрим, действительно ли это возможно удержаться в рамках посчитанной нами суммы. Куда ни глянь, все дорожает день ото дня. Ведь именно такие разговоры можно зачастую слышать от бабушек у любого подъезда. Смотря на действительную картину цен, с ними трудно не согласиться. Если говорить строго по ценам, то что мы имеем? Мука примерно 27 рублей за килограмм, в год 3415 рублей 50 копеек. Картофель от 30 до 45 рублей за килограмм, в среднем 40, итого получаем в год 4016 рублей. Овощи из борщового набора. Морковь 39 рублей, лук и капуста по 34 рубля. В год суммарно 4087 рублей 40 копеек. Яблоки по 89 рублей за килограмм. Выходят нам 5340 рублей. Сахар примерно по 47 рублей за килограмм. В год обойдется 1118 рублей 60 копеек. Мясо будет обходиться в 350-380 рублей. Итого в год примерно 20510 рублей. Рыба 250 рублей в среднем. Итого в год 4625 рублей. Если молоко стоит по 60 рублей за литр, то в год мы потратим 17400 рублей. Десяток яиц обойдется 70 рублей. В год мы потратим 1470 рублей только на яйца.
Если масло сливочное стоит 95 рублей за 200-граммовую упаковку, то в год мы вполне можем за наши питательные жиры выложить 3225 рублей. Цены намного выше тех, которые закладывались изначально, так что в итоге получим сумму 65 207 рублей 50 копеек. Эта цифра больше среднестатистической на 6009 рублей 51 копейку. По вопросу завышения цен граждане могут обратиться на горячую линию прокуратуры Республики Крым. Номер горячей линии 550-381, код города Симферополя 3652. Чтобы купить все необходимые продукты, нужно обязательно ехать на машине, но транспорт тоже необходимо будет заправить. Литр дизельного топлива обойдется вам на данный момент в республике 37 рублей 34 копейки, за литр 92-го 37 рублей 86 копеек, в то время как на материке за него же вы заплатите 33 рубля 78 копеек. Ну а заливая в бензобак или канистру 95-й или более совершенной его модификации, будьте готовы заплатить 41 рубль 4 копейки, в то время как на материке 36 рублей 76 копеек. А на этом у нас вся информация. Оставайтесь с нами, мы знаем о ценах все.